Всем привет, с вами канал Лагуна Монстр Хай. Это видео на купи ребенку на конкурс креативно рукодельный. В этом конкурсе надо было сделать зверька для персонажа из школы Ever After High или Монстр Хай. Я выбрал Ever After High Лиззи Хартс. Это дочка Красной Королевы из Алисы в Стране Чудес. Теперь начнем обзорчик на саму игрушку. Он весь красненький, с золотыми бантиками. У него на ушке бантик, на шейке бантик и на хвостике золотой бантик. Серебряная коронка. Как волосок закрученный. Сам весь красный. Белое сердечко, внутри него красное. У него два глазика. Красное и черное. Белое сделано из ниток в виде сердечка. И объемненький носик. И ротик. Коричневенькие лапки. И черный пушистый длинненький хвостик. Вот он у меня такой вот. Конечно, он простой, но необычный. Вы это узнаете в анкете. Имя Червонка, хозяйка Лиззи Хартс, любимая еда салат из морковки, особенности умеет разговаривать, всегда выигрывает в карты. И он здесь говорит то, что любит свою хозяйку. Здесь украшены сердечками, белыми розами, красными розами. Как помните, если кто смотрел мультфильм, то помнит то, что там из белых роз красили в красных. Здесь сама портрет или картинка Лиззи Хартс. Здесь вот стекающая, взял из Монстр Хай. Все такие сердечки отдаляют. Здесь морковка оранжевенького цвета и туз. Сам сделано это все на розовой бумаге, листе. И вот такие вот карты. Колода червей. Пожалуйста, ставьте лайки. Я хочу выиграть в этом конкурсе. И желаю всем участникам удачи.